Биологической матерью наследников Галкина может быть Кристина Арбакайте. В московской тусовке упорно ходит слух, что Алла Пугачева могла использовать яйцеклетку своей дочери Кристины, чтобы на этот раз зачать наверняка. В 64 года Алла Пугачева сделала практически невозможное. Примадонна стала мамой и подарила двоих детей своему супругу Максиму Галкину. Между тем, родить еще раз было заветной мечтой Аллы Борисовны на протяжении долгого времени. До Галкина Пугачева предприняла несколько отчаянных попыток зачать ребенка. Из пробирки вместе со своим прежним мужем Филиппом Киркоровым. Увы, безуспешно. В конце 95-го Алла Борисовна неожиданно исчезла со сцены. Тогда стало известно, суперзвезда хочет родить ребенка. Пугачевой в этом деликатном вопросе вызвалась помочь старший научный сотрудник лаборатории клинической эмбриологии. Но после нескольких попыток искусственного оплодотворения, к сожалению, ей так и не удалось стать мамой. То, что Пугачева страстно хотела родить Киркорову малыша, подтверждает истинный актер и блогер Станислав Садальский. Когда у Филиппа Киркорова родилась дочка от суррогатной матери, Садальский поделился воспоминаниями в своем блоге. Впрочем, видимо, дело все-таки было не только в яйцеклетках Пугачевой, ведь с Максимом Галкиным ей наконец удалось зачать малышей.